Не успели мы заехать, как уже уезжаем. Вот наши вещи. Раз, два, три, четыре чемодана. Два рюкзака, два пакета. И сумка. Сумка, пятилитражка воды. Так что была очень хорошая квартира, но поскольку мы бичи кончены, ну, в общем, нас тут не оставляют, сказали... Вы еще, ребята, не доросли. Потому что мы не доросли. Вот нас завезли в новую квартиру. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И Гечи вот тут. Мариченька, ты не ходи, пожалуйста, в свою обувь. Там и кровать есть, и диван. Петюню. Шац! Ну что, пошли за вещами? Да. Мариш, да оставь ты. Пошли. Вон, короче, наши 4 чемодана. Заесть. В общем, наше место обитания на ближайшие годы. Все, сейчас немножко распакуемся. Короче, квартира. Значит, ванна. Тут тоже наша лежит. Абсолютно новые коврики. Абсолютно чистейшая ванна. Новая стиралка. Тут сушилка с проводом. Вообще шкаф в прихожей. Значит, там вот полки, балка, подставка. Дальше вот ящики. Ну, то чемодан сможем запихнуть. И вот тут еще балки. Все икеевское. Даже коврик новый. Там еще толстого коврика, еще бирка. Так, значит. Это кухня. Тут есть диван раскладывающийся. Короче, начнем с лоджии. Открывается она с двух сторон. И тут пока стоит столик. Коробки лишние, которых мы там избавимся. Тут включается свет, розетка есть. Окна открываются. Вот таким способом. Живем мы на 8 этаже. Вот. Немножко страшновато, но уже прилично, в принципе. Нормально. С такими панорамными окнами. У нас есть светонепроницаемые шторы. Причем только в этой комнате. Неплохая люстра. Два стула, даже с этими с подложками. Стол, который раскладывается. Абсолютно новая кухня. Она же есть с подсветочком. Чайник нам положили, духовка, понятное дело, и холодильничек. Маленький обычный холодильничек. И это... муж в комплекте. Да. Так, это спальня. Кровать этому уже застелили. Телевизор. У меня рабочий. Ну как не рабочий, нужно приставку какую-то купить. Подключить. Вот ящики с двух сторон. То есть с этой стороны два ящика, там еще два ящика по тумбочке. И вот шкаф. Мы поехали в Икею затариваться вещами для нашей новой квартиры. Мы составили целый список того, что нам нужно. Сейчас пойдем это все искать. Ящик нужно ввести код, он закрыт. Нахрен надо. Тебе зачем еще один стол? Прям как у нас дома, да, скажи? У нас. Нормально. Слушай, блин, это у нас тут новая квартира. Это вообще тема. Какая? Вот эти вот штуки сделать лимонад, короче, это. Зачем, если мы будем пить из обычных бутылок? Что? Мне это надо. Для это? Да. Если хочешь, давай бери. 230 рублей, ладно. Поехали. Такая же плита, как у нас. Окей. Для перца и для соли поехавшая. Этот стол, который у нас.
Почему мы не купили стол в Икее? Почему? Что ты отказался покупать его? В смысле, я отказался? Я ничего не говорил. Сказал в Икее мебель-кал, мы покупать стол этот не будем. Мне не нравится. Поэтому мы не купили. Короче, по итогу я еще оказался виноватым, блин. Ты думаешь, это а кровать, что и у нас? Да. Окей. То есть постельное белье 160 на 200. 160? Угу. А у нас 180? У нас дома 180. Ну ладно, ничего страшного. Будем покупать нас на 180. Хорошо. Потому что ты принцесса. Или кинозвезда, да, скажи? Прикольно, что будет. Нормально. Надо подумать, может, у тебя такой может быть. Тебе это зачем, Мариша? Так-то для этого есть я. Окей. Котик, котик. Да. Мне больше вот эти нравятся. Классные, мягкие, потрогаются. Да. Мягкие, мягкие. А что насчет анаконды? Знаешь, так положить, чтобы ноги, ну, кровь переливала из ног в голову. Хорошо, что насчет этого змея? Зачем нам воды? Мы же ее можем купить около дома. Нам нужна вода сейчас. Почему? Лицо. Мариш, не хорошо у тебя? Вот почему. Это что за наркотики? Это витамины. А это что? Короче, видишь, ну, бисер такой. Ага. Есть формочки. Выкладываешь на каждую, шкаешь на эту штучку. Кладешь сверху бумагу, утюгом. И она расплавляется, получается вот такая вот фигурка. Пикачу? Ну, не обязательно, может такая вот. А-а-а. То есть абсолютно разные. Ой, классно. Наверное, там нету больше. Ну, можно разные, можно большие делать. Интересно. То есть за счет того, что пластик плавится, получается красивая фигурка. И что там нам еще нужно? Для губки посмотреть такую какую-нибудь штуку. Угу. Так, тут больше ничего. Стол посмотрели. Может, для мусорки ведро здесь посмотреть. Но я думаю, в Ашане дешевле будет. Мыльницу для зубных щеток. А честно, это очень дешево. Все понятно. Припарковался. Тебе нужна какая именно? Ну, такая стеклянная. Я хочу тут посмотреть, которую мы покупали. Мы не такую брали, да? И немножко меньше. Она больше была. Больше? Больше. Губки для души и тела, чтобы попочка потела. Окей. Да. Ты бы не хотела водичную? Вот такую для... для всяких рожинок. Хотела бы, но только не в маленьком. Ну вот, типа такую вот такой. Понятно. Она не накрывается, правда, но вот там мне тоже нравится. Вот, потрогаю, нравится? Не очень? Нормально, это для чего? Плед, на диван. На диван? Да, давай, почему нет? Есть еще дешевле. Так, мы ищем максимально дешевое. А, цена IKEA Family, у нас нет карты IKEA. А у тебя на твоем телефоне есть? На старом. Блин, ну ладно. Ну, будет. Тогда я бы лучше взял более голубую. Вот эту. Это размер разницы. Да, обычная. Что? Это длиннее на 10 сантиметров. Длиннее? Угу. Понятно. Здесь синенький. Для дома? А, для путешествия и отдыха на Мамахе. Я же испугалась. Или можно взять подороже. Нет, Мариш. Мы уже не в Санкт-Петербурге, поэтому нам нужно самое дешманское вообще. Максимально. О, вот оно, 109 рублей. А просто как делали? Я думаю, это нет. Нет. Он в валиках хотел. Его, наверное, взяли. Мне мама успела купить. Я думаю, ну, можно этот просто, знаете, все, Мариш, да, синенький, давай. Мне вот это одеяло нравится, типа, вообще ни о чем. Классно, мне вот это нравится. Да, все? Мы его взяли? Ну да. О. Интересно. Мне нравится, прикольно. Прикольно. 150 там весь не подойдет. Ну что там? Я хотела на автомат. Это для чего? Ну так на ванну ставишь? На ванну? Сюда чаечек.
Понимаешь, да? 700 рублей ведро. Смотри. Хотя очень нравится цена, да, как бы. Да, о, класс, это для мыла. Шикарно. Мариш, ты просто умничка. Она? Мариш, есть. Наверное. Давайте добери. Можно металлический взять, если не проржавеет, наверное. Да не стоит. Ну такие нормально вообще. Думаешь? Шикарно. Ну что, вот оно. Сейчас оно. Да, вот. Солоно мыло. Все, давай, кидай. Еще. А это для чего? Всякие сюда штуки перекладывать. Ватные палочки, спонжики, всякую дичь. Понятно. А и куда это? Ну а это-то нам зачем? Это в театр. Какой театр? Смотри, что, пожалуйста, ничего не сломай тут. А, так это было. Это что? Для кистей, для всякого такого. Помад, шпилек. Просто нам же нужно только... А, ну купим батарейки нормально. Хорошо. Нам, кстати, для растений. Может, вот такие какие-нибудь, смотри. Цена приятная. Шикарные, Мариш. Я думаю, можно брать. Или по одному? Не, ну по одному-то это, наверное... Надо еще посмотреть. Но эти очень симпатичные и стоят. Давай возьмем. Один возьмем. Такой? Ну, давай один пока. Пока. Или у него уже такие? Так я о них тебе и говорю. А я их не увидела. Ну, может, нормальные их будут? Нормальные? Тогда можно вот три ставить. Да. Я сейчас на то, что ты получишь, выложу. Хорошо. Это что? Тебе нужны... А это набор для балеринок. Молоток, чтобы разбивать стакан. Это чтобы вынимать гвозди. Отвертка, чтобы прикручивать этот замочек к твоему шкафу. А это я не знаю, что это. А что это? Что это? Что это? Ты хотела это взять? Да, но уже поздно. Почему поздно? Линейка. Мы можем домой забрать. Угу. Я не удивлен. Она плохая. Да-да-да. Пусть она скучная. Поэтому ты эту скручиваешь. Я ее складываю. Хорошенько, я еще подумал, что хорошо бы вывесить пару крючков над моей раковиной. Да. Вкуснотища. Со вкусом вишни? Да, понятно. Интересно. Вообще класс. Не очень. Вот эти вот. А, я понял. Мариш, что, это все что ли? Все, что мы взяли? Мы, блин, на такси потратили больше, чем здесь. Мы еще в Ашан пойдем. Ну, Ашан, это понятное дело. Давай, бери. Есть. Ты пока пакет поставил. Ассистент? Понятно. Ты сломала его. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты сможешь? Маришенька. Правильно, правильно. Тут их две. А у кого наши бабки? У меня? Все? Все, ура. Ну все, нас измотала Икея, размотала по полной. Мариш, мы сейчас идем куда? В Ашан. Зачем нам туда? За всем остальным. Для кроссовки тебе смотреть. Наверное, кроссовки смотреть. Получили супей. Все. Водой запей. Мне уже не надо. Запей, сказал. Я уже все... Запей водой. Борис, мне вот что-то вон те синенькие не очень. О боже. Вот. Нет? Она. Богиня дискотеки. Я говорю, очень хорошо будут. Слушай, ну, нашел я для тебя очки. Ну, очень симпатичные, по-моему, да. Так, вот мы в Ашане, нам нужно самое дешевое ведро, вот, максимально. Давай синее. Давай. Мариш, я тебя умоляю, только осторожно.
голову. Нам зачем ведра-то? Одно? Одно возьми, да. Умничка. Мариша просто очень любит хоккей, поэтому взяла себе клюшку. Пожалуйста, я хочу это снять. Это что за филе Аида? Что это? Нормально так. Можно открывать, я так и не поняла. Туда еще нужны, да, какие-то приспособления? Ну, губку, да, купить. Губку. А где она висела? Жесть вообще. Где мы взяли? Я запуталась. Ты смотрела фильм «Битва титанов»? По итогу ушли, ничего не нашли там. Хломанное. Нет, ну не такой. Маришенька, немножко полегче. Сушилка. Самая дешманская обувь. Самая дешманская обувь. Да. Она стоит меньше косаря. Слушай, ну отличная, я считаю. Ну что, удобно? Немножко великовато, но сейчас. Естественно, по традиции, без глютеновый отдел. Глютен-фри. Ну, наши любимые макарошки. Они вкуснее, чем обычные. Вот они. Макфа. Это что за жесть? Протеиновый с брокколи и шпинатом. Также есть с грибами. Морковный. Жесть. Просто. Почему так? Это очень жестко. Хотя, возможно, артисту Морику понравится. Там еще морковные есть и грибные. Да, я уже сказал. Интересно. Вот как выглядит независимая женщина. Что сказал? Да, осторожней! Телефон сломаешь. Тайское мороженое, которое в стаканчик кладут. Красивенько так. Симпатично. Да. Там еще большая была металлическая горка классная. Вообще 5 метров, наверное. Ладно, вру. Ну нет, 5 метров, правильно, да. Для детей. Алкогольное мороженое. Никогда не пробовала, не знаю, вкусно ли это. Да, очень симпатичное местечко вечером здесь посидеть. Ну что, сильно независимый мужчина с зайкой, розовым пакетом и сушилкой. Это я. Ну все, мы походили по Икее, по Ашану, поели в крошке. Теперь идем такси. Ждем такси и едем домой разгребать это все.